В фойе Ульяновского театра кукол имени Валентины Михайловны Леонтьевой представлены эскизы, афиш и кукол к спектаклям «Пиковая дама», «Винни-Пух», «Морозко», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и другим постановкам. Все они выполнены главным художником театра Дмитрием Бобровичем. Они завораживают своими яркими красками и причудливыми формами. Это на самом деле не просто выставка, это одна из первых выставок целого проекта выставочного, который называется «И появляются куклы». Этот проект посвящен 80-летию Ульяновского театра кукол, и предполагается, что на протяжении этого года мы будем выставлять здесь в фойе работы художников театра, которые некоторое время назад или в данный момент работают над постановками спектаклей в нашем театре. Главным художником в Ульяновском театре кукол Дмитрий Бобрович был назначен в 2001 году. Его работа отличается богатой фантазией, изобретательностью, самобытностью и уникальностью. Здесь представлен у нас эскиз афиши к спектаклю «Приключения Буратино». Это один из первых спектаклей, над которым работал главный художник, и в творческом тандеме с режиссером-постановщиком Михаилом Майсаком он поставил эту замечательную историю, которая пользовалась огромной популярностью и любовью наших зрителей, очень долгие годы шла на сцене. На выставке можно увидеть и эскиз к афише будущего спектакля «Калиф Аист», который совсем скоро выйдет на сцене Димитровградского филиала Ульяновского театра кукол имени Валентины Михайловны Леонтьевой. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.